И добро пожаловать, ребятки, и это у нас Гренни, мод на красивую бабку. Мистер Паханчик Пашунчик, поздоровайся. Привет. Короче, у нас опять совместка, и мы начнем проходить ее. Давай Изи. На нормал. На нормале? Но нам медведя надо закинуть. А, ну туда окей, давай помоем. И у нас день первый, короче. Ё-моё. Да, все-таки мод. Да, все-таки это мод. Мод опять от доктора Хака и. Как обычно, в принципе. Довольно-таки мне нравятся обои, как шу. Сделаны. Мне бы такие, да, в комнате смотри. Обои. Школа. Да, школа. Старая школа написана. О, так. Ё-моё, тут. Ну тут опять же, тут ванничка. Опа, бабка. Бабка вышла. Бабка вышла на охоту, и мы ее сейчас посмотрим. Главное нам... Так, тут ничего не изменено. Я так понимаю, это еще самые такие моды, которые вот были. Которые были вот самые первые моды. Так, давай-ка скидывай. То есть доктор Хак создавал эти все моды, и он... Так, давай-ка посмотрим на старушенцию, бабушенцию. О, все, бабка спускается. В розовом платье. Охренеть. Блински, что с бабкой? Что с бабкой произошло? Слушай, так, погоди, бабка, у бабки зрачки. Смотрите, у бабки зрачки. Реально, сейчас мы на нее посмотрим. Смотри. Смотри, я сейчас валю эту штуку. Смотри, она сейчас как быстро пойдет. Ишь ты, капкан. Все, она побежала просто резво так. Слышу. Все, бабка спускается. Вот она. Бабка как будто на каком-то фестивале, ё-моё. Нет, Соло, и лучше бы, знаешь, рыбочка сделал. Все, бабка парится у нас. Знаешь, как бы лучше бы рыбочек сделал? Как? Вместо дубинки, знаешь, цветочек розы. О, это было бы вообще круто. Так, давайте посмотрим задний дворик. Что у нас на заднем дворике? Ну, пока что-то без изменений. Кстати, почему-то бабка не... О! Отлично. Все, бабка отключилась у нас. Мне кажется, что задний дворик не изменен. Так, в заднем дворике, это, я так понимаю, самые первые моды доктора Хака, и поэтому он еще не знал, как что изменять. Но тут... Ё-моё. Вот это новость, тут все. Все изменено. Ну, если мы найдем его, конечно, то это будет круто. А так... Кстати, я не засек, конечно, время. Так, может, тут молоток у нас будет? Так, тут не, нету. Тут нету. Ё-моё. Почему мне кажется, что слендерина не изменена. Вот почему-то. Да, потому что это старая. Потому что это самые первые вообще моды доктора Хака, и поэтому... Он... Ну, тут не все текстурки изменены. Вот может, это специально было сделано. Я хз. Молотка я не нахожу. Молоток вот, он бывает там. Давайте-ка все-таки попробуем протащить медведя. Блин, эти коробки вообще жесть как мешают. Это просто жесть, просто. Просто жесть, ё-моё. Так, отлично, так, все, открывай. Там уже закрыто. Медведь даже не поменял. Все. Даже если медведник поменяли. Смотри, что сделаем сейчас. Все, скорее всего. Как ты думаешь, бабка очнулась? Мне кажется, еще. Смотри, даже не поменяла. Смотри, сейчас будем следить. Откуда бабка пойдет? Опа, тут текстурка не поменена. Надо следить, чтобы бабки. Так, там... будет. Опа, бабулька. Кидай его туда. Все, бабка пришла, бабка, чувак, бабка пришла. Сейчас красными... Бабка сейчас красными глазищами сюда придет. Она медведя забирает, я знаю. Да не забирает она... Нет, она не забирает. Все, смотри, бабка приехала. На, чё она стала? Найс. А медведя забирать будет? Гражданки. Как оформлять? Капец, что-то жесть. Надо будет. Блин, бабка не уходит. Где? Сейчас.
Сейчас надо что-то делать, нашу. Она ведь это слышала, а медведи... Медведь... медведь... А, медведь там валяется, ё-моё, я закинул его за текстурки. Ну это опять... Медведи плохо слышно. Так. Бабка идет. Ну-ка, бабулька, на тебя позыркать. Ой. Ё-моё, бабка страшная немного. Ну хотя она такая веселая, но все-таки какая-то она уж очень странная. Так, давай-ка все-таки возьмем какую-нибудь. Плохая концовка. Стой, плохая концовка, где она не в машине, а в под. На что тебя поцелуют? Все, чувак, я спустился. Опа, рукоят. Блин, так, бабка мы уже тут. Все нашли. Мы тут сейчас все смотри. Нашли. Я помню все, где находится. Оп. Кстати, мы еще можем еще собрать, я помню. Угу. Бабка топает. Ай. Куда ты кинул вопрос? Нормально, нормально, я кинул куда-то. Не знаю, куда кинул, но я кинул. О, она уже тут быстро. Да. Все, 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 все. Сноси. Вот. Молодец, какая хорошая. Ага, хорошая. В каком-то халате она странно. Да. Смотри, сейчас она дойдет еще раз встанет, потому что. Кстати, ты заметил, текстурка двери изменена? Блин, отсюда бабка вообще не уйдет вовек. Все. Так, куда эта штука делась? Вот тут все. А тут вообще исчезла. Найс, она исчезла. Оу. Че, погнали, закидывай. Закидывай. Смотри. Сейчас попробуем. Смотри. Бак. Сейчас и посмотрим бак. Нет! Не-не-не-не-не! А, блин, скибабка с красными глазищами. Ну ты понял, какой я бак хотел. Ну, блин, я хотел, чтобы бабка... Блин, ски, не получилось, ё-моё. Блин, вот бы сделали бы вот тут такие щели, как бы. Знаешь, вот такие плоские, было бы так попроще быстрее. Сейчас, короче, идем. Блин, сейчас, если бабка. Бабка молодец, она пошла вниз. Сейчас, короче, идем отмыкать доски. Да. Возьми вещь какую-нибудь. Вазу возьми. Вазу я. Так, все, она ушла. Ты ничего не взял, никакую вещь. Смотри. Ты вещь не взял никакую. Да насрать просто, насрать. Эй, так. Maybe you can see. Так, погоди. А куда она мне... Фредди забирает. Да? Да. Я тебе говорю уже. Я же тебе сказал, что она забирает. Сволочь. Фредди. Сейчас давай его усыпим. Где? Ее. Сейчас, секунду, я смотрю. Го усыпим ее. Сейчас она поднимается по лесенке. Жаль, опа, я не слышу. Я на видео слышу, что? Тут бежит. А, да, вещь. Забирает, да, значит, Мишку обратно. Гадина да. Старая. Но... У нас вещи никакой не кинуть. Есть. Вот тут ваза. А, тут... Не выключай, кстати. Не да, 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 потому что я выключил в тот раз, и она просто взяла и меня это... Вырвалась. И то есть, понимаешь, я знаю, где две части от, от дробаша, но я не знаю, где третья часть. Это вот это, курок. О, все, бабка спускается. Я не помню, там вроде без курок. Бабка, будь молодец. Все. Все, смотри, что делаем. Че, прикинь? Бля! Почему это... Кстати, эта штука... Обратно закрыл. Неужели... Не должна, все. Все, чувак, я 2 минуты засек. То есть, сейчас 15 минут, и она должна в 17. Итак, блядь. Нам же еще ждать ее надо. Так, тут ничего. Ё-моё, она Мишку обратно пихает. А каким образом вообще? Так она же уносит. А в новых версиях она вообще его забирает, когда он валяется. Кстати, сейчас вот эту дверку. Все... Кстати, вот когда ты помираешь, я только сейчас заметил, что все полки, все, что вот это...
есть, оно вот все обратно становится. Ну, то есть все полки открыты нами и так далее. Ящики, они все обратно. Так, смотри. Ждем бабку. Вот так. Вот так. И чтобы нам кинуть его. Вот, все, она топает. Смотри. Она сюда пойдет. Смотри. А, Мишка же. Смотри. Ух, у меня у самого сердцебиение, ё-моё, повышено. Ага. Страшно. Сейчас по каких кнопках не сработает. Сработает все. Бабка. Бабка тупая. Ну? Бабка не топает, чувак. Бабка как будто нас... чует что-то. Наш медведь должен идти. Медведь. Бля, мне даже жести страшно. Ну, сейчас отвернем. Нет, это тайминги, стой, сиди на месте. Не надо. Чувак, может бабка в баге застряла где-то? Бабка бы давно да, подбежала. Ну, лучше не надо. Может, на капканы ставить. Я на твоем месте. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Смотри. Все, кидаем. Оп! Бабка исчезла! Бабка исчезла! Ё-моё, ну слендерина, как всегда, такая же. Хотя нет. Бабка исчезла. То есть смотри, бабка шла. Ты посмотри на слендерину. То есть смотри, бабка теперь... Смотри, бабка на спавн отлетела, то есть смотри. Там что-то у слендерины посередине было. То есть смотри. Все дело в том, что бабка... Отправилась на спавн, то есть вот она бабка шла к нам, мы кинули медведя, и бабка отправилась опять в подвал. Воу. Ой. Кстати, у Сундрины что-то было посередине лозы. Бабка реально страшная. Я вроде красивая. Так что, ребятки, я думаю, предлагаю на этом закончить. Да. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх и давай пока. Пока-пока. Пока.